правильно будет проникнуть в дела Германии через Дальний Восток. Там вполне можно добывать информацию о планах наших врагов. Я готов. В Японии у нас только один агент. Рамзай. Рамзай – это РЗ. Рихард Дорзорин. Берлин официально признал тебя лучшим журналистом Рейха на Востоке. Ты рад? Даже не знаю. Мы переходим к политике завоевания новых земель. И если уж желать новых территорий в Европе, это может быть достигнуто только за счет России. Германия нападет на нас. Это полная ерунда. По мнению Рамзая, Германия готова начать войну с Советским Союзом. Здесь у них в Токио уже несколько лет действует какой-то передатчик. Контрразведка буквально с ног сбилась. Японцы готовят удар на Халкинголе. Прошу тебя, не разрушай мою жизнь. Так ради чего, Рихард? Ты коммунист. Война — великая идея. Да кто он такой, твой Рамзай? Верить ему до конца нельзя. Я должен иметь своего резидента в Японии, чтобы первым хозяину докладывать о текущем положении дел. Встретиться с Зоги, получить от него контракт. Ну, затем устранить его. Зорге. У меня две родины. Германия и Советский Союз. Я коммунист, но я немец. И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Колокольчик фарфоровый в желтом Китае. На пагоде пестрой висит, висит и приветно звенит. В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.